Кандидат в президенты от республиканской партии Рон ДеСантес призвал своих сторонников голосовать за его кандидатуру в рамках последнего холодного дня предвыборной кампании в Айове. Доминирующая оппозиция 45-го президента превратила соревнование Айовы в гонку лишь за второе место, поскольку и губернатор Флориды Рон ДеСантес, и бывший посол ООН Ники Хейли стремятся занять второе место, чтобы стать главной альтернативой Трампу. ДеСантес сделал ставку на свою предвыборную кампанию в кокусе в Айове, вливая ресурсы в штат Среднего Запада и нападая на все его 99 округов. Третье место может оказаться фатальным для перспектив ДеСантеса. Опросы показывают, что губернатор Флориды сильно отстает от Трампа и Хейли в более умеренном штате Нью-Хэмпшир. И республиканцы выберут своего кандидата через 8 дней. ДеСантес и Хейли выразили уверенность, что превзойдут ожидания в Айове, хотя ни один из них не предсказал победу. Если вы готовы пойти на голосование при такой низкой температуре и посвятить несколько часов своей жизни проведению кокусов в Айове, и вы меня поддерживаете, я буду вам благодарен. Я буду бороться за вас следующие 8 лет, и мы собираемся перевернуть эту страну. Сейчас самое время это сделать. Когда вы доберетесь до этого собрания, станьте нашим защитником. Если люди, которые еще не приняли окончательного решения прямо сейчас. И я думаю, что это имеет смысл, если вы скажете, знаете, что я знаю этого губернатора, он достойный кандидат. Так что спасибо за то, что вы делаете. Сейчас наше время воспользоваться моментом. Знаете, мы можем сидеть по домам и жаловаться на все эти происходящие вещи сегодня со страной. Когда у вас будет возможность что-то сделать с этим, ты должен воспользоваться этой возможностью. Ты должен встать и бороться. Thank you so much. Appreciate you.